Две женщины пострадали в результате пожара в Айхале. Сегодня в поселке произошло возгорание двухэтажного жилого дома на улице Гагарина, сообщает Управление МЧС России по Якутии. Огонь повредил два подъезда и кровлю здания площадью 60 квадратных метров. Также во время происшествия пострадали две женщины. Их доставили в городскую больницу. Всего в доме проживало 49 человек. Все они были эвакуированы. Одна женщина прыгнула с окна и в результате неудачного приземления повредила ногу. Еще одна женщина получила небольшие ожоги. Причины и виновники происшествия устанавливаются.